Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 2 июля. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Цветки и кувшинки белой днем вдруг стали закрываться. К дождю, возможно, с грозой. Солнце садится в сплошной слой перистых облаков. Через 1-2 дня начнутся дожди. Сухие ветки валятся с деревьев в тихую погоду. К ненастью. А какая же погода ждет нас завтра, 2 июля? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Беликтуй Бурзинского района Забайкальского края воздух прогреется до 20 градусов. К сожалению, без дождя не обойдется, а он, в свою очередь, приведет с собой грозу. В поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области плюс 29. На Среднем Урале тоже осадки. Но, как сообщают синоптики, дождь и гроза придут только под конец дня. В деревне Билина Сафоновского района Смоленской области столбик термометра остановится на отметке плюс 24 градуса. Там дождик решил взять выходной. Так что наслаждайтесь, а то потом вновь вернется пасмурная погода. В селе Биляр-Озеро Нурладского района Республики Татарстан за окном плюс 29. Только вот, к сожалению, солнышко сильно выглядывать не собираются. И, как говорил один мультперсонаж, кажется, дождь собирается. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!